Погиб 41 человек. ДТП произошло в провинции Белуджистан, сообщил СМИ помощник комиссара полиции. По его данным, всего в автобусе находилось около 48 пассажиров. Он ехал из города Квета в Карачи и врезался в опору моста из-за превышения скорости, после чего накренился в ущелье и загорелся. Отмечается, что как минимум троим пассажирам удалось выбраться из автобуса, в том числе женщине с ребенком. Однако один из пострадавших затем умер по дороге в больницу от полученных травм. В полиции добавили, что тела погибших, извлеченные из сгоревшего автобуса, невозможно опознать без ДНК-анализа. Эти и другие новости читайте в нашем телеграм-канале radio.nsn. Вы еще не подписаны на радиоточку? Включайте телефон и набирайте в телеграм 5 латинских букв NSN FM. У микрофона был Михаил Синтин. Национальная служба новостей. Мне бы просто взять и позвать.